Сейчас будут такие размышления. Вот такой вопрос. Почему друзьям мы сдаем свои позиции, забыв о том, что у нас в крови, что у нас в традиции? Дать по зубам любой вражеской коалиции. Татары, французы, арийцы, любых постей и кровопийцы теряли здесь свои амбиции. Но я знаю, что вновь на моих границах сомнительные игры ведут сомнительные лица. Как же так? Мы русские! У нас внутри есть все, капитулировать не будем. А то наступит последний готов на 25. Мы что забыли, перед кем нам после смерти обещать, а? Эй, тогда! Ай, русский, выдержит любые перегрузки. Эй, братан, помни, ты русский. Русский, выдержит любые нагрузки. Эй, братан, помни, ты русский. Русский, выдержит любые перегрузки. Эй, братан, помни, ты русский. Русский, выдержит любые нагрузки. Нам повезло, несказанно повезло. Мы ходим, дышим, слушаем, мы слушаем музло. Но мы ждем попытка, а в сердцах сидит зло. Так дальше жить нельзя. Кто он, кем был, да и кем хочет быть. С кем тысячу продвигать, не с кем долбить. Мы здесь, чтобы вам мозги расширить.